Так, мне сказали нажать сюда. Ну. Начинается вторая карта, а у меня загрузка уже как полчаса 20%. Это Китай. Ну, как ты сказал. Сереженька. Хотя нет, какой Сереженька? Дмитрий, вы показали свое необычайное умение анализировать тики, особенно последние. Что скажете по пику во второй карте? Пока только началась вторая стадия, сложно пока что сказать. Уже две файки из двух саппортов и оффлейнера. Если они взяли... Thank you very much. Yeah, it's okay. My pleasure. Я рад быть счастлив. А что случилось? Ярослав вчера на настройке девайсов решил, что портфель ему не нужен и забыл его, собственно, в комнате, где настраивал девайсы. А вспомнил об этом он только сегодня. Соответственно, пришлось поднимать всех на уши, потому что портфеля уже там не было. В общем, спасибо организаторам большое. Сделали подарок Ярославу на год его пребывания в Team Impact. Пойди скажи им это перед... А, уже нельзя, да? Уже нельзя. Мораль подняли бы. Просто тут 2 минуты дилей, тогда можно было. Так, 2 минуты дилей. По поводу пиков по рукам. А, стой, теперь я тебе стал нужен, да? Да. Ну, по пикам пока ничего не понятно. Там все понятно. Ты ФП сейчас будет какой-то жесткий керри на буст типа луны. Да? Огр, кого будет бустить? Не обязательно луну. Ну, не обязательно луну, какой-то жесткий керри будет на буст. За это на фрифарм. Ну, индузу они не возьмут явно. Пока ничего не понятно. Короче, луну возьму, смотри. Shadow Shaman заехал. Ну, луна будет. Под любому пуш, это луна. Это что-то луна, скажешь, Сергей? Не луна? Нет. Нет? Нет, это не луна. Надо подумать. Я сделал столько видео про Eternal Envy, и он в 15 метрах от меня. Здорово. Ладно. Корба. Кстати, им может нормально залететь фантомкой, не без рофла. Им? Ну, под снайпера кого? Луну уже реально брать под снайпера такой себе. Террор, брат. Я Террор тоже под снайпера не очень понравился. Ну, может, тот подыграть под снайпера. Потому что если фантомка. Этого, если этого не сделают, то это автолус. Ну, просто стоит чувак и бьет. Спектра или фантомка? Да. Ну, спектра, ну, спектра слишком, это смешно. Да, в этот пик она не зайдет. А фантомка, возможно, да. Вот, короче... Причем она хороша, в принципе, против тролля за счет миссов, да. И, короче, по-моему, против мимо фантомки вообще ни одного варианта нет, просто ноль. У наших? Нет, у соперников. Фантомка, они, и все, там они, очень никого нет. Кроме фантомки, ничего взять не могут. Вот просто я не вижу. Кто они? Да пятюню, потому что мы так пришли к одному месту. Нормально. Работаем. Сейчас посмотрим, Китай умеет удивлять, Серега. Ну, просто, ну какой вариант у них может залететь? Ну, они могут, блин, Сларка попробовать, но... Ну, Сларк против Дизраптора не очень, но в принципе... Тролля он тоже такой себе. Но, в принципе, под Абадоном он довольно... А теперь? Да, под Абадоном тоже самое. Винга, Абадон, я не знаю, чем это делает. А он снимает лассо Абадона? Да. Ну, тогда да, тогда не знаю, зачем взяли. Абадоном контрпикают Батрайдера и Вингой. А... О! Ну мы батя. Ну блин, это слишком легко. Ну все равно Team Empire сильнее, потому что снайпера законтрить одной фантомкой в надежде, что фантомка типа будет снайпера гасить. Ну это такое все посредственно, так что. Короче, 92%, что Empire выиграли тут. Потому что тролль. 92%. А как я это посчитал? Можно спросить? У вас есть формула специальная? Почему именно 92? Ну, 90%. То, что у них пик сильнее, а 2% накинул, потому что наша команда сильнее. Да, Сережа, кто считает рэп? Ты или парень справа? Один раз зачитал фанфлоу и пропал куда-то. Давай забатлим. Давай что-то пикселем забатлим. А ты будешь, Игорян, ведущим. Салют, задроты! Салют, задроты! Салют, задроты! С вами Манки Кинг! Красавчик! Первую игру взяли. За что? И все такое. А пока еще рано. Рано. Ну, я бы сказал, чрезвычайно рано. Это, ну, блин, это такой, знаешь, маленький, приятный первый кирпичик такой, хорошенький. А вот и наши мальчики. Чисто водичку. Все спокойно, все как обычно. Команда спейсеров. Спейсер. А я не спейсил. У меня 0 смертей. Ты сделал объект, правильно?
Ярик, надо тебе подарок. Ярик, подарок тебе. Какой? Не, Ярик, 3 минуты патруль, миссия была. Парни, я доту, всем респект. Всем респект. Всем респект. Всем респект. Костик просто ушел. Не, ну Ярик, ну, во второй игре за курой бежал, как ржал весь лонж там просто. Тебя полили, и на тебя мигали все китайцы в пятером. Ты бежишь деревом по их базе и... Подготовились уже.